Все мы знаем, что от курения освободиться очень сложно, и прежде всего это психологическая проблема. Поэтому вам необходимо настроить свой организм, свой мозг на мысль, что это вам больше не нужно. Остановитесь! Конечно, необходимо стойкое желание бросить курить. Ну, если вам нравится мое рвение помочь людям быть здоровыми, поставьте мне сейчас лайк и давайте я все быстренько расскажу. Итак, заблаговременно замешиваем все в какой-то стеклянной банке данный состав. Туда входят в основном травы и чай. Вот что нужно брать. Все травы покупаем сухими в аптеке. Черный чай просто настоящий качественный черный чай. Наша смесь готова. Теперь в течение дня необходимо не менее 3 раз ее использовать. Обязательно, если вдруг вам захотелось курить. Просто берем стакан или термокружку, засыпаем 1-2 ложки данной смеси и заливаем кипящей водой. Если это термостакан, закрываем. Если обычный стакан, просто прикрываем, чтобы там хорошо все настоялось. Настаиваем все 10-15 минут. Потом процеживаем и можно пить. Конечно же, ничего туда не добавляем. Ни сахар, ни мед. Все так делаем каждый день. Не менее 25 дней. Если потом необходимо, делаем перерыв в 3 недели и повторяем данную терапию с данным составом. В этот период желательно воспользоваться и другими моими рецептами от курения. И не забывайте, вы больше не курите. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня будут ваши лайки, ваши комментарии, ваши слова спасибо в комментариях. А также, если вы поделитесь данным видео в соцсети со своими друзьями. Пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще.